Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну что же, обмен шпионов на этих, на политзаключенных, на оппортунистов. Друзья мои, сразу мне вспоминается фильм, еще черно-белый, не помню, как он назывался, может быть, ну такой фильм про шпионов. По-моему, там играл Банионис еще. Какой-то фильм, где на мосту происходит обмен, ну вот, обмен пленными, обмен шпионами, которых задержали там в одной стране и в другой. И там подъезжают черные машины с разных концов моста, и люди в этих шапках, ну, таких в плащах, ведут друг другу вот этих вот пленников, обмениваются, и вот эти уставшие шпионы братаются, обнимаются, вспоминают былые дни. Сразу мне вот это, друзья мои, тоже вспомнилось. Вот этот вот обмен, который вчера произошел. Конечно, знаменательное событие на самом деле. И действительно, и, наверное, ну, только разве что почему шпионов, да, ну, разведчиков, потому что нет, как бы, если это всегда такая несправедливость, да, шпионами называют тех, кого поймали, да, шпионы это вражеские, а наши это разведчики. Хотя и, в принципе, и те, и другие выполняют свою роль и, ну, работают на свою страну. Им поручили, они, значит, добывают сведения и что-то делают для своей страны. Поэтому для нас, как бы, наши – это разведчики, а их – шпионы. Значит, разведчиков меняют на шпионов. Но у нас почему-то поменяли не шпионов, да, а каких-то таких вот… Я понимаю, если бы действительно поймали шпионов, было бы понятно, что, ну, как бы, органы безопасности работают. И ловят шпионов, которые здесь у нас, наверняка их дохрена, этих шпионов, их ловят, ну и меняют на наших разведчиков, которые там тоже попались, выполняя свой долг. Ну а здесь как-то меняют, да, людей, оппозиционеров, то есть граждан страны отдают в чужую страну за шпионов, да, то есть за разведчиков. И вот в этом, кажется, какая-то вот такая некая несправедливость. С какой стати? Даже, может быть, эти граждане хотят работать, да, то есть, или вы их объявите шпионами, что они шпионы, да, шпионы там Америки, шпионы там Англии, да, вот они конкретно шпионы. Тогда их, вот, их можно поменять. А граждан своей страны, которые возражают, ну, к примеру, являются оппозиционерами, менять на профессиональных разведчиков, ну, как-то это, как-то, по-моему, не очень по понятиям. Но в нашем мире все перевернуто, и какие понятия, какие понимания. Но, с одной стороны, в принципе, наверное, хорошо. Это радостная новость, что и те, которые выполняли свой долг, так сказать, за рубежом и попались, выполняя его, приехали домой и смогут, так сказать, не отсиживать огромные срока, по-моему, там пожизненные. Ну и, наверное, люди, оппозиционеры, которые... Вот это, наверное, плохо, что они... Их бы просто выпустили. Да, вот выпустили. Зачем менять? Да, вот просто их помиловали. Вот президент их помиловал. Все, они свободны. Может быть, так? Зачем их отдавать в чужую страну? Вот это вот, друзья мои, не очень понятно. Может быть, они и хотят. Но, наверное, они, может быть, больше хотели бы жить здесь, продолжать жить здесь, на своей родине, но не подвергаться преследованию. Ну, друзья мои, конечно, здесь у каждого свое мнение. Скажете, что это вот они предатели, они там подтачивают фундамент нашего государства. Но, друзья мои, разве является предательством иметь свое мнение по этому поводу? Это, наоборот, укрепляет государство, когда есть разные мнения. Да, это создает как раз возможность находить правильные решения, а не просто заткнуть всем рты и все делайте, как я, а если кто против, значит, тот предатель. Ну, вот это, друзья мои, неверно. Это обычно ведет к тому, что ничего не производится, да, потому что ничего не изобретается. Наступает стагнация, когда есть разница мнений, когда есть представлен весь спектр, даже если вас они не устраивают, эти слова, но они позволяют вам находиться в форме, не расслабляться и не затыкать всем рот. Ну, во всяком случае, хорошо, наверное, хорошо, что и разведчики вернулись в родную гавань,
И люди, страдающие в тюрьме за свои убеждения, ну, во всяком случае, обрели свободу. Правда, правда, не на территории своей родины, а на территории чужой, да, их выгнали на чужую землю. Вот это печально. Ладно, драгоценные мои друзья, у каждого свое мнение, вы, наверное, выскажете тоже эти, скажете все, всех мерзавцев долой, мы здесь построим такую вот, если всех таких вот плохих болтунов всех выгнать, то здесь начнется рай на земле. Ну, не начнется. Ну, вот можно челюсть поставить, не то что зуб, что не начнется, а будет только хуже. Все, драгоценные, пока, счастливо.